Сотрудники управления ФСБ по Якутии задержали гражданина Таджикистана в Якутске. В столицу республики он прибыл в числе трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба управления. Установлено, что иностранец, трудоустроившийся охранником дачного комплекса у частного предпринимателя в Якутске, занимался пособничеством в интересах международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России. В частности, он распространял материалы, пропагандирующие идеологию организации и радикального терроризма, вербовал новых членов для участия в террористических актах, в том числе на территории России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый помещен в СИЗО до 12 июня.